такие жирные, такие мощные болота, практически красивые. Там, наверное, дочертают их язык, если не собраны. Мне нравятся места. Пойди, пойди. Юку. Ну, а там на велике добраться? Мы мимо проедем. Может, как-то за клюкой вылазку сделаем? Нет. Можете. Я лишние ягоды не люблю, собирать, это не люблю. Алло. Добрый. Да? Скайп надо переустановить, там, видимо, версия не обновлялась, а она без обновления уже не загружается. Ну, я сейчас за городом, а завтра у меня, наверное, все будет расписано. Вторник. Вторник. Ну, давайте я вам с утра позвоню, мы с вами договоримся. Будет получаться раньше, я вам позвоню сам. А так на вторник. Я честно, я клюху не собирал. На 2 недели. Даже не то, что лет 10, а больше. В апреле уже без этого. Футболку прикол играли. Вообще после снега ее собирать. Мужской. Ты хочешь дай пути снег? Да. Да она сейчас хорошая. Сейчас реально не села. Сейчас оно хорошее. Какая такая, знаешь, физическая. Ну клюквенный вкус нормальный. Забавно, делаешь фотку, он фоткает, и где-то там в углу какую-то кочку обнаружено мигание. Ты начинаешь думать, в чем там прикол, кто там мигает тебе в голову. Чекун закинулась, теперь у нас шаварма.
там сломать его мостик-то живой. Какой? Ну, деревянный. Никогда не был. Сломать его, мостик деревянный. Не был. Такой вот большущий, классический. В этом году я впервые попал, где, блин, это святой источник или типа там купальня. Поэтому не знаю ничего про мостик. Поехали. Ну вот видишь, теперь никто не водит по таким местам. Я Тверской в этом году водил, но он водил туда вот на источник и дальше. А непосредственно... Я вам покажу тогда Саватинский монастырь и покажу мостик. Мы тоже живой переедем по нему. А, клюквы здесь много. И собирать удобно, да? Сухо. Ну даже черника есть. Может и голубика. Да, наверное. Кстати, дофига я тоже. Сразу три ягоды. Бруснека, голубика и клюква. Набрать и спечь пирожков. Вот богодник. Пахнет? Но это не опасно. Растение, оно ядовитое, обожает. Оно торкает? Оно как-то маленько, нет, оно... Ну, голова начинает кружиться, там, вот это, ножик, там. Нарушает, так сказать, просто ориентацию, восприятие. Ну, не то. Так оно и зависит. Оно применяется в народной медицине, надо посчитать. Да, это голубиха. Сильно не увлекайся. Голова закружится, свалит. Голубика вкусная вообще. Thank you.
Да, Илюха? Алло? Да, Илюха? В данный момент у нас перерыв, мы едим голубику, бруснику и клюкву одновременно. Нет, мы сейчас торфяные озера для карьеров. Да. Ну хочешь, хочешь Алене позвони, она дома сейчас. Ну и что, так что такого-то? Ты же на улице будешь. Да ничего страшного, я просто буду вечером. Я пока не знаю, мы пока доехали только вот до Перчиных озер, а сейчас мы поедем дальше в сторону Савачева, потом обратно уже. Нет, нет, часов в 6, наверное, я буду уже точно. Но я не уверен, но, наверное, буду в 6. Давай. Ага. Вау. Не, я вчера был в Торжке в это Василёво. А потом на водопаде. Мы лазили внутрь водопада. Если у тебя будет желание. Можно залезть внутрь водопада достаточно глубоко, и еще там есть пещеры. Нет, там есть еще. Я не знаю точно, говорят, что там подземное озеро, его можно увидеть. Нет, еще, еще другие. Ну, на карачках, да, даже ползком. Ну да, да, я говорю, если погода не подведет. Ну, понятно. Давай вечером поговорим. Угу. Я понял, понял.